В Ярославле прогремел взрыв. На гранате подорвал себя мужчина, подозреваемый в вооруженном нападении на полицейских. Ночью, когда в рамках борьбы с угонами они остановили для проверки автомобиль, мужчина, который был за рулем, внезапно открыл стрельбу и скрылся. 24-летний старший лейтенант погиб на месте, его 38-летний напарник был ранен. Личность подозреваемого установили быстрым. Оказался местный житель, который уже был судим. Его пытались уговорить сдаться, но не получилось. Переговоры результатов не принесли, мужчина покончил с собой. Что касается раненого полицейского, ему сделали операцию, состояние остается тяжелым.